очень ценим то, что вы работаете в нашем коллективе, работаете на благо нашего населения и дальше. Вот. Марья Васильевна, мы вам желаем здоровья, счастья, благополучия. Поздравления с 60-летним юбилеем профессиональной деятельности медсестра Марина Кучерова принимала в середине рабочего дня. Много теплых слов в адрес самого преданного и опытного сотрудника прозвучало от коллег и заведующей амбулатории поселка Развилка Айслу Каримовой. Медсестра грамотная, медсестра обязательная, медсестра исполнительная. Вот. И у нас нареканий на ее работу нет. Марина Кучерова рассказывает, лечить людей мечта ее детства. Пробовала поступать в Львовский медицинский институт, но не прошла по конкурсу. После переезда в Москву героине нашего сюжета все-таки удалось исполнить свою мечту. После окончания курсов по подготовке медсестер от Красного Креста она на протяжении всей жизни занимается любимым делом. Любить профессию и любить людей. Вот это главное в медицине. Раз выбрали такую профессию, значит, надо привыкать, надо работать с удовольствием, с душой и относиться вот к профессии с любовью и к людям. Жительница поселка Развилка Людмила Пономарева, соседка Марины Кучеровой, признается, что главное ее качество – доброта и правильный подход к каждому пациенту. Как человек отличный. Это я таких не встречала. В своей жизни. Она все время идет навстречу. Марина Кучерова считает, что у нее одна из самых благородных профессий, в которой главное – помогать людям. Вы сами видите, какой у нее возраст, поэтому у нее огромный опыт. Можно не ходить к врачу, можно обратиться к ней, она вам все расскажет, все покажет, все объяснит. Таких побольше бы людей было, как наша Марина Васильевна. Дай Бог ей много лет жизни, и трудилась она. Хорошо. Мы уверены, что к этим теплым словам поздравления присоединятся все ее пациенты и наш телеканал. Наталья Буслаева, Сергей Ларин, Гульнара Балаева, Видное ТВ.